Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вопрос касается страха перед девушками. Судя по тому, что пишет аноним. Вот. И он описывает ситуацию, что он боится, когда они сами с ним знакомятся, он теряется. Ну вот, как бы, да, он теряется. Так скажем, тушуется несколько, вот, и соответственно, несколько, вот, ну, не знает, что делать, вот, и в итоге получается такая ситуация, что человек, в общем-то, портит отношения, вот, упускает девушек. Вот, и, в общем, это его тревожит, это его не красит перед другими людьми, потому что одна из таких ситуаций была на работе. Вот, и, соответственно, человек как бы спрашивает, что делать, да, как мне восстановиться после этого, ему кажется, что он потерял, значит, ну вот, потерял первую любовь свою, вот, и, соответственно, он спрашивает, что ему делать. Вот. Ну, здесь в первую очередь вот на что хочется обратить внимание, да? Здесь хочется обратить внимание на то, пожалуй, вот самое главное, на что хочется обратить внимание, это на то, что вы вот вроде бы как говорите, да, о страхе перед девушками, да, но вы вот не совсем как бы его раскрываете, то есть вы вообще не раскрываете этот страх свой, который у вас есть перед девушкой. Вот. То есть, в чем здесь, ну, как бы, суть? Суть в том, что вы описываете ситуацию, вы описываете то, что, ну, то, что боитесь, вы описываете то, что, вот, как бы, ну, свои чувства, вот, но вы не пишете, а чего вы боитесь-то вообще. Как бы суть-то в чем здесь, какой у вас, ну, как бы, страх, вот. Это вот, мне кажется, в первую очередь, таким важным моментом, вот, потому что, ну, это, наверное, вот такой, ключевой аспект, на который нужно обратить вам свое внимание в первую очередь. Почему? Почему так? Потому что вы пока что не касаетесь именно вот сути своего переживания. Вот. И, соответственно, пока вы его не касаетесь, ну вот как бы именно сути своего переживания, да? Вот, ну, наверное, ничего как бы не будет. Потому что, ну, извините, вот мы вам здесь как бы помочь можем только в том случае, если вы как-то вот, ну, поделитесь с нами тем, что, чего конкретно вы боитесь. Например, вы боитесь там, того, допустим, что, ну, что вас отвергнут, например. Вы боитесь того, что вы останетесь одни. Вы боитесь того, что как-то вот, ну, будете немужественным, да, то есть вы вот, ну, в этом смысле, ну, вот, просто, как бы, вот, ну, не знаете, да, ну, вообще, вот, какой
например, какой, например, вы мужчина, да? То есть, вот, такая ситуация тоже возможна. То есть, ну, вот, ну, мало, конечно, это прям, вот, мало реально, это, конечно. Ну, вот, но вполне может быть такая вот история. То, вот, то есть тут нужно смотреть, как мне вот кажется, да, тут нужно смотреть на то, вот, что конкретно вы чувствуете, тут нужно смотреть на то, что конкретно вы переживаете, тут нужно вот, ну, в этом смысле, как бы, разбираться, вот, ну, как бы, с чем непосредственно вы сталкиваетесь, да? Вот. И на мой взгляд, вот когда это произойдет, мы сможем увидеть, ну, проблематику вашу. Вот. А пока что это больше история просто про пожаловаться, например. Да? Вот. Это первый момент, на который хочется обратить ваше внимание. Второй момент, на который вот хочется обратить ваше внимание, заключается в том, пожалуй, что да, у вас есть определенные чувства. То есть у вас есть вот определенные, ну, в том числе вот такие, да, ну, болезненные чувства. И вас в этом, ну, как бы, вот, в этом контексте можно понять. То есть можно понять, что вам плохо. Можно понять, что вам, ну, то вот, не по себе, да, можно понять, что вам там, ну, ну, тяжело как-то, вот, в том числе вот, тяжело морально, ну, в этой вот ситуации. И вам эти чувства нужно прожить. Как лучше всего с психологом, конечно, это делать, да, то есть лучше всего проживать эту историю со специалистом. Вот, потому что, ну, сами вы, скорее всего, зажмёте. Следующий важный момент, на который хочется обратить ваше внимание, это момент того, какую, в общем-то, проблему вы пытаетесь решить. То есть вот именно проблему, какую проблему вы пытаетесь решить. Что вы пытаетесь решить. Да, как бы, то есть, ну, вот в этой ситуации, что вы пытаетесь решить. Откуда у вас, вот, такие мысли, что я вот один, да, что там упустил там свое счастье и так далее, и так далее, и так далее. То есть это же тоже вот такой достаточно важный аспект. Судя по тому, что вы описываете, вы как-то готовы именно к такому переживанию, к такому восприятию ситуации. Вот. Оно же в этом, ну, в этом смысле не из ниоткуда берется. Вот. Ну, ваше вот. Ваши чувства такие. Вот. То есть тут тоже есть нюанс, тут тоже есть момент. Ну, вот.
как бы дальше больше, как мне кажется. Дальше больше. В смысле того, что девочка становится для вас вот такой значимой. Не просто так, девочка становится для вас такой значимой, ну вот, как бы, вот в том числе, потому что вы пытаетесь какую-то проблему решить. Ну, как бы вот, свою. Через девочку. И это в целом неплохо. Ну, то, что вы пытаетесь решить вот, проблему так. Это в целом неплохо. Тут больше-то идея про что? Тут больше идея про то, что к самой девушке это отношение не имеет. Вот именно к самой девушке это не имеет отношения. То, что вы пытаетесь решить, то, какую проблему вы пытаетесь решить. Вот это важный аспект, мне кажется, на который вам нужно обратить свое внимание, конечно же. Вот на такие моменты я бы здесь сделал акцент, вот. И, соответственно, об этом я бы в первую очередь подумал, с этого бы я в первую очередь начал. Вот, вообще данная проблематика довольно легко решается посредством, значит, психотерапии. Вот, данная проблематика довольно легко решается посредством, ну, вот, работы с психологом. Вот, и тут особых, вот, как бы, ну, тут особых, вот, секретов нет. Именно вот секретов особых здесь нет. Вот. То есть это просто вот, ну, как бы, вот, психотерапия. Вот. Это вот то, что я могу вам сказать сейчас, с точки зрения вот, ну, как психологии. А дальше уже вы решаете сами, да, как бы, смотрите сами, как что, как вам нужно там. Что вам нужно там, и так далее. Вот. То есть я бы, ну, вот, наверное, предпочел бы вот на это как-то вот обратить, ну, на это предпочел бы обратить внимание ваше. Вот. Вот, наверное, ну, вот такой ответ я могу вам предложить сейчас. А на этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это вам позволит начать, ну, вот, работу над собой, да, это вам вот, позволит, ну, как-то вот двигаться. Ну, вот, в каких-то направлениях. Вот я вам со своей стороны желаю всего самого доброго и удачи.